Противостояние преступных группировок в США уже ни для кого не является секретом. Пресловутые Crips и Bloods и их бесконечный биф проходят красной нитью не только через жизнь черных кварталов и гетто, но еще через весь американский хип-хоп. Казалось бы, нельзя представить разборок более жестоких, чем те, которые устраивают ребята с красными или синими повязками. Но оказывается, что и старый свет, а именно Англия, в этом плане США не уступает, если так вообще можно выразиться. Все дело в том, что настоящий криминал, который включает в себя и постоянные убийства, для английская рэп-сцена не просто присущ, но еще и является ее неотъемлемой частью. Конечно, дрилл — это производная от всех этих криминальных разборок. 4 года назад британский суд принял беспрецедентное решение. Группе рэперов, готовивших нападение на музыкантов из соседнего квартала, запретили исполнять дрилл. Тогда же этому музыкальному течению, которое захватило мировые чарты спустя 3 года, объявили настоящую войну. Почему так? Просто-напросто по той причине, что от разборок лондонских банд начало погибать столько людей, что со стороны государства стало просто невозможно терпеть дальше. И дрилл попал под удар. В этом видео мы расскажем вам о страшной жизни дрилл-артистов в английских спальных районах. Что ж, давайте приступать. Летом 18 года рэперы из лондонской банды 10-11 оказались за решеткой. На глаза полицейским попался автор почти всех текстов группы — 17-летний Риз Герберт. Он выглядел самым подозрительным образом. Лицо у него было полностью скрыто черной маской, в руке поблескивало что-то металлическое. Увидев полицию, Герберт пустился на утек. Когда его догнали, в штанине у него нашли спрятанный мачете. В автомобиле, на котором приехал Герберт, сидели еще трое — 21-летний Йонас Гирма, 17-летний Джордан Бедо и 18-летний Айзек Маршалл. Они вооружились мачете и бейсбольными битами и готовились надеть балаклавы. Недоставало только старшего брата Бедо, 19-летнего Микки, которого поклонники 10-11 знают по псевдониму Хориди. Его нашли на лестничной клетке перед квартирой и тоже с мачете, ножом и балаклавой. Всех пятерых обвинили в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений и отправили в тюрьму. Задержанные утверждали, что не замышляли ничего предосудительного. По их словам, ножи и маски требовались для съемок нового музыкального видео. Но полицейские знали, что в действительности это не так. Исследователи из Лондонского университета Саутбанка считают, что в Лондоне действует около 250 уличных банд, в которых состоят примерно 4500 человек. Несмотря на малочисленность, они замешаны в 50% перестрелок, 22% тяжких насильственных преступлений и 17% ограблений, которые происходят на их территории. Зачастую уличные банды не имеют четкой структуры, а их участники не профессиональные преступники, а подростки самых бедных кварталов города, которым просто некуда податься, только на улицу. В большинстве случаев это не столько организованная преступность в привычном понимании, сколько хулиганские компании. Они отбирают у прохожих мобильные телефоны, грабят курьеров, иногда приторговывают веществами. Впрочем, защита своего района от соперников волнует их больше, чем деньги. Тем, кто связан с уличными бандами, опасно показываться в чужом квартале. В лучшем случае побьют, а если не повезет, могут и убить. Местные с детства учатся давать сдачи и не расстаются с ножами. В Англии трудно достать огнестрельное оружие, поэтому так популярны клинки. Границы территории определяет почтовый индекс, поэтому в британской прессе столкновения уличных банд прозвали индексными войнами. Собственно, в названии группировок вы также можете увидеть цифры. Это и есть индексы районов. В 2012 году лондонские банды увлеклись дриллом, течением хип-хопа, которое появилось в Чикаго. Через пару лет почти в каждой банде имелись люди, которые делают дрилл. Тексты по большей части состоят из бахвальства и агрессивных выпадов против соседних банд. Треки насыщены жаргоном индексных войн и своеобразным сленгом, который, впрочем, вы можете слышать и в русском дрилле. Показная вражда всегда была частью хип-хопа, но в лондонском дрилле бифы — это самое важное. Участники банд выкладывают на YouTube видео с угрозами недругам, потом ругаются с ними в комментариях, а в конце достают ножи, садятся на мопеды и едут разбираться лично. За происходящим увлеченно следит вообще весь район. Все знают, кто кого обидел, и обсуждают так называемый счет банд. Сколько человек она зарезала. На видео ниже вы можете увидеть разборки банды 10-11. В руках у участников длинные ножи. Let's keep
Уже в 2018 году клипы группы 67, считающейся лидером жанра, набирали миллионы просмотров на YouTube. Ее участники ездили на гастроли, а один из треков 67 лицензировали для вирусной рекламы наушников Beats. Несмотря на это, они продолжают демонстративно враждовать с соседней бандой 150. Группа Harlem Spartans, приглянувшаяся Дрейку, воюет с группой 410, участники которой живут по соседству. Moscow 17 из Уолворта, участники которой зовут себя русскими, враждуют Zone 2 из Пекхэма, которая ухитрилась тайком снять видео на их территории. А 12 World из Shepherd Bush не выносит 10-11, тех самых ребят с мачете и балаклавами, которых арестовали на пути на дело. И у них есть для этого все основания. Отдельно можно поговорить про группу 10-11. Дела коллектива шли в гору. Сотни тысяч просмотров на YouTube, приличный доход на стриминговом сервисе Spotify, предложение сотрудничества знаменитого лейбла Polydor Records, который работал с Ланой Дель Рей и Элтоном Джоном. Но успех успехом, а банду бросить нельзя. В апреле 2017 года погиб 19-летний рэпер T-Wiz из 12 World, давнего врага 10-11. Два незнакомых парня подстерегли его недалеко от дома. Он бросился в переулок, но его нагнали, ударили ножом и убежали. Когда подоспели старший брат и друзья, было уже поздно. В тот же день рэпер скончался в больнице. Никто не сомневался, что убийцы связаны с 10-11, участники которой даже не скрывали злорадства. В их новых треках гибель T-Wiz упоминалась в самом оскорбительном тоне. Даже любители дрилла считали, что на этот раз 10-11 зашли слишком далеко. В ответ 12 World встретили бабушку Микки Бэдо из 10-11, когда она оказалась в их районе. Они не тронули женщину, но записали видео, в котором оскорбляют ее, а потом обращаются к врагам лично. Видео дошло до 10-11 по снапчату, потом его выложили на YouTube. На суде задержанные участники банды признались, что полиция остановила их, когда они шли мстить за обиженную бабушку с мачете и бейсбольными битами. Противники лондонского дрилла убеждены, что он не только отражает, но и подпитывает вражду между уличными бандами. Например, глава полиции Лондона полагает, что именно дрилл – одна из причин всплеска преступности в городе. За 2017 год число убийств в Лондоне выросло на 44%. От ножевых ранений погибли более 20 молодых людей, причем четверых зарезали в новогоднюю ночь. В 2018 году ситуация не улучшилась. За первые 5 месяцев года в британской столице убили более 60 человек. По мнению правосудия, красочные угрозы, которые отпускают исполнители дрилла, вовсе не пустые слова. В 2017 году 17-летний Джуниор Симпсон, читавший дрилл под псевдонимом M-Trap Zero, зарезал 15-летнего подростка, который, по сведениям полиции, даже не был связан с уличными бандами. Одной из улик на суде стал трек, в котором Симпсон описывал похожие убийства. Молодому рэперу дали пожизненный срок. Это не единственное громкое убийство, которое связывают с дриллом. В 2017 году группа парней на мопедах остановила 22-летнего музыканта Дина Паскаля Модесте, который направлялся в студию звукозаписи. Он заметил у одного из них пистолет и побежал в переулок, но его догнали и 14 раз ударили ножом. Полиции удалось поймать двоих убийц – 20-летнего Девона Пьюзи и 18-летнего Кея Стюарта. Как выяснилось, и тот, и другой снимались в музыкальном видео одной дрилл-группы. На двоих им дали 37 лет тюремного заключения. На суде участники 10-11 согласились признаться в содеянном в обмен на смягчение обвинения. Даже после освобождения им будет запрещено исполнять музыку, которую правоохранительные органы сочтут поощряющей насилие. Суд постановил, что отныне участникам 10-11 нельзя упоминать в текстах ни свою, ни чужие банды, ни даже почтовые индексы. Кроме того, они не смогут петь о T-Wiz, убитом рэпере из 12 World. За исполнением требований суда будет следить полиция, которую группе придется заблаговременно уведомлять о каждом выступлении или новой записи. Это было только начало. В 2018 году дриллу объявили настоящую войну. Scotland Yard составил подробную базу данных, в которой собрана информация о 1500 клипов, которые банды выкладывают в интернет. Людям, появляющимся в музыкальных видео, могут запретить общаться с определенными лицами, посещать некоторые места и даже пользоваться соцсетями. А на сегодня у нас все. А кого из UK Drill слушаете вы? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!